Итак, тест доработанной пулей стриж с внедренной в нее заклепкой алюминиевой для того, чтобы изменить динамику раскрытия. Значит, снаряжена на порохе Ирбис 223 RM и навеска 3,5 грамма, по-моему. Ну, короче, скорость в районе 720 метров в секунду, что-нибудь такое. Смотрим, как это все будет происходить в баллистической среде. В данном случае это баллистический гель синтетический. Поехали. Смотрите, как порвало пакетик, в котором находилось. Значит, что мы имеем? Пуля осталась в геле, потому что сюда она не проникла. Это говорит о том, что она полностью остановилась здесь. Фрагментация довольно высокая, но эта скорость была, извините, 730, типа того, 720. По давлению, ну, в общем-то, все было нормально. Да, по давлению все нормально. Значит, чуть позже я покажу вскрытие данного блока. Все, пока. Итак, это баллистический гель. Я его уже разрезал для того, чтобы показать, что было, вернее, что произошло с пулей стриж при входе в этот гель на скорости 700+. То есть навеска была 3,5 грамма Ирбиса 223. И вот здесь уже на первых, так сказать, сантиметрах мы видим фрагменты. Это была доработанная, кстати, пуля с наконечником, но и скорость была увеличена. И вот, смотрите, это была заклепка. И ее вон как сплющило. Короче, очень сильное воздействие было. Вот, смотрите, фрагменты. Так. Вот здесь как бы вот был основной большой фрагмент рубашки. Вот в этом месте. Смотрите, вот какое расстояние проделал этот большой фрагмент и остановился. То есть вся энергия была отдана, собственно, здесь. И вот там фрагменты. Вот.
Так. Это вот. Я не буду уж прям все выковыривать. Мне это неудобно. Но вот сейчас я до основного во, доберусь. Итак, вот жопа, и он ее прям до самого, так сказать, основания расфигачила. Расфигачила прям вот очень сильно. То есть, так, и здесь это не целый кусок свинца, а это просто сгусток мелких таких фрагментов, которые вот вместе долетели вот до ну короче вон там все это вот видно. Ну, в общем, и в целом, что хочу сказать. Скорость 700+, этой пули, даже в доработанном виде противопоказана. Полагаю, что ее надо запускать на скорости 600. Вот. И она будет вполне себе нормально работать в доработанном виде. С наконечником из заклепки. Вот. Так что вот так.